детка, привет! Здравствуй, Крис, крошка. Эл, ты что, уже от скуки на стену лезешь? Нет, Крис, милый. Я купила картину. Подлинник. Вот. Леонардо да Винчи. Эл, наверное, она очень дорогая. Да, это Мона Лиза. Познакомься. Та цыганка, которая продала мне ее в пробке, сказала, что она стоит 2 миллиона долларов. Но мне ее уступила за 40 тысяч рублей. И теперь я не знаю, куда ее повесить. Детка, ты такая экономная. Да. Я думаю, ее можно повесить у окна. Ил, глупышка моя, Крис, ну как мы ее повесим у окна? Посмотри, какая у нее открытая шея. Ее там сразу продуют и продают. Ты знаешь, я подумала, вот там никто не видит. Может быть, повесить ее вот, смотри, куда я думала. Вот. Вот у камина. Здесь ее лучше будет видно, ее сразу все увидят. Ну ты знаешь, если все ее увидят, то кто-нибудь ее захочет украсть. И украсть, да. Тогда ее надо повесить или поставить куда-нибудь, где ее никто не видит. Давай вот сюда. Давай. Вот. Ил, вот здесь никому не видно. Ты гений. Ил, но если она будет здесь, никто не увидит, что у меня есть подлинник Леонардо да Винчи. Никто не будет мне завидовать. Тогда зачем мне вообще нужна эта тупая картина? Тупой Леонардо, мы не знаем, куда тебя повесить. Ил, подумаем. Давай подумаем. Давай. Зина! Зина! Зинаида! Зина! Зина, можно тебя на минуту? Ой, ну что, Чучундра, вам нужен третий, чтобы выпить с вами мохито. Зиночка, у нас все очень-очень-очень серьезно с Зиной. Зинаида, я купила подлинник Леонардо да Винчи. Теперь я не знаю, куда его повесить. Ил. Ее не надо вешать, ее надо поставить. Ил. Поставить на помойку. Там самое место этой дешевой подделки. Зиночка, ты вообще в своем уме? Я тебе говорю, это Леонардо да Винчи, Мона Лиза. Это может подтвердить цыганка, которая ее продала. Да. А случайно эта цыганка яйца Фаберже не предлагала? Ну, Зиночка, ты что в своем уме? Что ты несешь? Какие яйца Фаберже? Такой птицы вообще нет на свете. Ой, Чучундра, вам так же далеко до здравого смысла, как этой картинки до оригинала. Ладно, сейчас объясню все наглядно. Энджи. Зина вообще ничего не понимает в высоком искусстве. Она вообще ничего не понимает. Мы сами придумаем, куда повесить этого Леонардо да Винчи. Конечно, мы же умные. Очень, очень. Леонардо да Винчи, говорите? А это что тогда? Зиночка! Она полгода уже пылится у меня в комнате. Зиночка! Это дешевая подделка. А вот это, извините, пожалуйста. Вот, смотри. Вот написано Леонардо да Винчи, 19 век. Теперь вы поняли? Да, Зиночка, мы все поняли. Нам нужно срочно купить еще один подлинник Леонардо да Винчи. Это уникальная возможность, мне надо воспользоваться. Зина, я хочу купить у тебя эту картину за 10 тысяч долларов. Может, хочешь купить какой-нибудь препарат для работы мозга? Ты знаешь, она, видимо, знает ценность этой картины. Это же подлинник, увеличивает цену. Давай. Зина, я хочу купить у тебя эту картину за 20 тысяч долларов. И еще премия и 4 выходных. Да. Не надо денег. Подарок. А премию 4 выходных возьму. Ил, Крис, какие мы с тобой крутышки. Да. У нас с тобой теперь есть 2 подлинника Леонардо да Винчи. Ил, Крис, милая, ну мы один-то не знали, куда повесить. А что нам делать с двумя? Ил, мы не будем их вешать. Мы будем носить их с собой. И вот ты такая гения. Так их никто не украдет. И всем сразу будет понятно, что это подлинник Леонардо да Винчи. Мона Лиза.